Я приветствую наших маленьких зрителей. И, скорее всего, вы любите загадки, ведь это лучшая зарядка для ума. Включите логику, ум и знания и отвечайте вслух. В южных странах мы живем, любим все бананы, и без них не проживем. Мы же обезьяны. Правильно. Переходим к следующей загадке. Ночью он совсем не спит, дом от мышек сторожит, молочко из миски пьет. Ну, конечно, это кот. Конечно, это кот. Верно, дорогие друзья. Слушаем следующую загадку. У него большие уши. Как гора огромен он. Равных нет ему на суше. Он по весу чемпион. Кто же это? Это слон. Молодцы! Вы снова угадали. А сейчас я хочу проверить, насколько хорошо вы знаете героев из своих любимых мультфильмов. Девочка в ярком платочке дружит со зверем страшным. Мультик мы знаем точно. Зовут эту девочку Маша. Все верно. Идем дальше. Стоит в деревне старый дом. Живут там дружно пес с котом. Приезжайте вы к нам в гости, говорит вам кот. Матроскин. Совершенно верно, дорогие друзья. Для вас звучит еще одна загадка. Они лучшие друзья. Мишка, лось, пингвин, сова. Круглые, как шарики. Веселые смешарики. Вы большие молодцы. И я уверен, что вы угадали абсолютно все загадки. Хорошо учитесь и будьте послушными.